кто со мной уже более чем год, те наверняка помнят, что я еще той осенью очень активно ловил вот на этот спиннинг, тренираж Sonic 802. Как обычно. Есть. А вот и взяла. Ну-ка, это мелочь. Да, мелкая. Ну, покою. Это 2-300. Пока. Как оно давит, да? Тихо, тихо, тихо. Ну вот и красавица. Нормально, почти 3-400. Пускай. Есть. Ну, мелочь. Ну давай, отвалюсь, отвалюсь. Глотнуло-то как. Никак не отвалится. Ну такая где-то, уже полторашная. Мелочь. Если честно, я хотел переплывать. Реально, причем хорошая. Ага. Ну, это такая, наверное, керама. 3,5, 4 есть. Ну, приманку знатно. И вообще не устает. Ну что, очередной крокодил. Смотрите, какой у него пасть. Очень большая щука. Круто. 4800. Тихо, тихо, тихо. Сразу видно, прослеживался выход, да? Заходи. Как сказал. Есть. Взяла снова. И хорошая. Ой, тут. Причем с такой подачей очень жесткой. Просто что-то с чем-то. Ну давай, может в этот раз будет за 6. Потому что, судя по сопротивлению, здесь за 4.
И рыбки такие вялые-вялые. Да, хорошая щука. Очень хорошая. Так, под якорь не надо. Контролируем. Слушай, посмотри, что она творит, а. Пипец, щукинцы. Я думаю, тут пятерик. Хотя нет, пятерика нет. Хотя, может, и есть. Так. Вроде все. Ага, она не заходит. Аккуратненько, аккуратненько. Есть. Нет, не зашло. Очередная 5300 у нас в водке. Крокодилы, а. Опа. 5300. Есть. Снова взяла. Она меня с якоря, блин, стаскивает. Давит, пипец. Да не, поменьше. Ну, нормально. Такая где-то 2800. А, ты еще меня обрызгай. Где-то двушка. Ух ты, какой рывок. Да. Ну, это под 4, наверное. Ух, какая пасть. Идем на укрупнение. Это уже на что-то похоже. Зверюга.